Здравствуйте! Сегодня я приготовил для вас бюджетную, но в то же время высоко ценимую в среде мелованов кассетную деку от компании Onkyo, модель 6210. Данная дека по результатам тестов журнала Audio в декабре 1995 года по качеству звука и работе лентопротяжного механизма была отнесена к декам высшего класса. Дека выпускалась в 1995-96 годах, имеет две головки, два мотора, ручную регулировку тока подмагничивания и не имеет практически никаких доп. Функций. Таких как, например, поиск по паузам, счетчик ленты в режиме реального времени с функцией, например, отображения времени до конца кассеты. И имеет всего одну доп-функцию, это функцию Rapid, многократный повтор либо выбранного фрагмента, либо всей стороны кассеты. Но прежде всего эта дека имеет превосходное качество звучание. Давайте попробуем убедиться в этом, записав и далее прослушав музыкальную композицию. Должен прервать эту прекраснейшую композицию, дабы чтобы наш обзор не был слишком долг по времени.
love your need, so much I'm losing me. I cannot see the reason for the pain. With hungry joy, I'll be your toy, just hoping you will play. Without the hope, my body starts to fail. Memories fade, but the sky still lingers. Спасибо за внимание.